Взяли и напечатали про тайную красавицу. Слава богу, не написали дочь прислуги. Но ты совсем не волнуйся, через несколько дней новость разлетится. То есть я уверена, Фазилет. Оставь уже эти газеты. Собирайся, пойдем. Давай. Идем. Я вчера ночью слышала, но не поверила. Оказывается, это дочь Фазилет Ханум. Да? Действительно она? Мы своими ушами слышали. Есимин Ханум сказала. Посмотрите-ка на Синанбея. Только дочери Фазилет Ханум не хватало. Как будто вы не знаете нашего младшего Бея. Он поматросил и бросил. Пожалуйста, Гюзиде Ханум, вы что-то хотели? Хочу немного тишины, Гюльтен. В том месте, где готовится наша еда, сохраняйте тишину и уважение. Застукала их. Тетя, мы едем, ты с нами? Голова поникла, вряд ли. Выезжайте. Мы с Селин приедем следом. Гюзиде Ханум, не расстраивайтесь, пожалуйста. Все равно будут болтать, в конце концов, мы дали повод. Перестань, жизнь моя. Увидимся, тетя. Мы поехали. Только ради того, чтобы видеть такое лицо твоей тети, я могу поддержать Фазилет Ханум и ее дочерей. Ясамин, не перебарщивай. Хорошо. Все равно Фазилет Ханум и ее дочерям не нужна поддержка, слава богу. О, кого я вижу? Понимаю, понимаю. Если бы я не был вынужден, не просил бы о таком, но... А, ты еще не упала в обморок? Что? Я это спрашиваю, кого ты пришла навестить? Потому что девушку уже выписали. О, кровавые слезы, мое любимое. Ясимин, ты можешь ко мне вообще не придираться больше? Могу, но это тема будущих уроков. Главное, ты узнала, кто эта девушка. Мне все равно. Я пришла не к Синану, а к Селин. О, ну ты, пытаясь держать хвост пистолетом, становишься еще комичнее. До встречи, спасибо. Ниль, добро пожаловать. Ага, так и было до встречи с твоей женой. Уф. Очень люблю эту девушку, такая сладкая. К ней люблю придираться. Две минуты. Вот две минуты. Что можно сделать такого за две минуты, чтобы довести так девушку? Если бы ты дал мне еще две минуты, я бы довела ее до обморока. Ты выглядишь задумчивым. Что-то случилось? Да, это... Это девушка в машине Синана. Я ее откуда-то знаю, но не могу вспомнить. У нас есть проблемы поважнее. Этот мальчик был сумасбродным, не знал границ, но в последнее время совсем от рук отбился. После мамы... Да, после мамы нам очень тяжело. Не знаю, как мы приведем его в порядок. Я не хочу пережить что-то похожее на вчерашнюю ночь, Егыс. Ты прав, отец. Ну, а ты не волнуйся. Отныне я напрямую займусь Синаном. Я пригляжу за ним. Я пригляжу. Хорошо. Хорошо, спасибо большое. Хорошо, мы не забудем вашей доброты. И вам. До свидания. От кого и какую доброту мы получили? Подключил несколько друзей. Из-за алкоголя. Зачем ты сделал это? М? Считаешь, что сделал добро? Ты знаешь, сколько он выпил? М? Что я должен был сделать? Допустить, чтобы брат сел в тюрьму? Перекочевать с первых страниц газет на статью и еще больше навредить имиджу компании? Что ты такое говоришь? Какая тюрьма? Он что, кого-то убил? Ты кто, адвокат? Пока ты так поступаешь, этот мальчик не поумнеет. Это так трудно понять? Послушай, я всегда ради брата... Успокойтесь! Готов... Минут... Что вы делаете? Довольно. Придите в себя. Твой брат прав. Это не наказание, а награждение. Но и брат по-своему сделал то, что нужно. Это наше дело. Мы сами должны наказать его. Я позвоню главврачу. Наверное, я забыл телефон в холле.